На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь. Впервые за 63 года женщины Шри-Ланки смогут самостоятельно покупать алкоголь. На Шри-Ланке отменят действующий с 1955 года закон, запрещающий женщинам приобретать алкоголь, сообщает ВВС. Женщины смогут покупать алкоголь с 18 лет. Им также позволят работать в местах, где продается алкоголь, без получения предварительного разрешения. Отмечается, что запрет ранее жестко не соблюдался, однако женщины Шри-Ланки рады нововведению. В то же время противники отмены закона полагают, что изменения могут привести к росту числа женщин, употребляющих алкоголь. В КНДР призвали жителей страны не мешать пиво с водкой. Как сообщал корреспондент.нет, в Литве запретили продажу алкоголя лицам младше 20 лет. По материалам сайта news.com.